Кемеровской области мужчина лечил спину марихуаной. Использовал наркотик для компрессов, но, по крайней мере, так он объяснил это полицейским, которые обнаружили у него дома 0,5 килограмма запрещенного вещества. Задержанный ссылался на народную медицину, уверял, что рецепт ему оставила умершая бабушка. Впрочем, полицейские в то, что марихуаной можно исцелить артрит, не поверили. Возбуждено уголовное дело, кузбассовцу грозит до 10 лет лишения свободы. А в тюремной больнице спину мужчине вылечат традиционными методами.